снова здравствуйте, с вами Олег Алав Гудвин на связи. Сейчас мы проходим мануальную терапию и смотрите, мы начинаем, как я уже говорил, от общего к частному, да, от поверхностного к более глубокому. Это и программа обучения так строится, и это так строится наше внедрение в организм. Видите, я уже наложил руки, он уже вздрогнул уже, да. Значит, мы должны были ему заранее как бы договориться с подсознанием, чуть-чуть раскачать. Если он пришел на холодную. А вообще вот этот общий принцип, это после массажа. То есть мы ему уже сделали массаж, да, он уже готово лежит. Вот, простыню дальше накрываем, либо вытираем салфетками, да, тело человека, чтобы масла лишнего не было. Да. Если с улицы пришел, то желательно теплой простыню накрыть, я вам уже говорил, да, и по-быстрому его как-то согреть вот через теплую простыню. Там его продавили. Согрели вот основные места, да, почки, лопатки, верхнюю часть подвздошной кости, ягодицы, под ягодицами вот эти вот места, да, продавили бедра, такими общими, такими крупными мазками, да, ахиллу сухожилия и стопы, самое главное, согрелись. А теперь быстро его, можно через тряпочку, в принципе, разогреть. По-быстрому, ну, всеми способами, какие есть, я на них отдельно останавливаться не буду, да. Посмотрите другое видео, уже поймете, да. Простучали. И стучим, значит, мы куда? Вот, смотрите, если взять линию позвоночника, да, обозначим его красной полосочкой, да, вот такой вот. То примерно, если там вот мышцу поднять, да, то вот начинается реберно-поперечное сочленение. Они вот как раз примерно через три пальца с обоих сторон, да, обозначены зелеными полосочками. Да. Вот всем рекомендую, мануалистам, мануальным массажистам, остеопатам, покупайте вот такую простынь с полосочками. Вот, и мы стучим, ну, во-первых, плечи разгружаем, да. Это трапеция. Во-вторых, в акромиальный отросток, это мы подвижность увеличиваем лопаток, да, чтобы они нам не мешали. По самим лопаткам можно постучать. И вот здесь поперечные отростки, это фасеточные суставы. Собственно говоря, вот они, да, хрустят именно они. Хрустит не тело позвоночника, позвонка, да, вот многие путают, там хрустнул позвонок. Не позвонок, это вот цилиндрик такой, да, не он хрустит. Он достаточно жестко зажат с межпозвоночным диском. И это неразрывная конструкция. Ее вот так вот разорвать и сдвинуть в сторону в принципе нельзя. Тем более там руками как-то. Хотя некоторые говорят, там хвалятся, что я позвоночник вот так сдвинул, да. Но это практически будет сравнимо с вывихом, либо с переломом. Хрустят вот эти суставы, да. Хрустят ребра, где они крепятся к позвоночнику, да. И если у нас повернулось ребро, то оно потянуло за собой и позвонок, да. То есть, и он весь за ним пойдет. Поэтому вот эти суставы мы разбиваем. Вот именно по ним стучим. Стучим по тазовым костям, да. По тазовым костям с направлением вот туда. То есть, от этой точки L5-S1 декомпрессия идет вниз, да. По крестцу можно постучать и по ягодицам. Вот, встряхнули человека, взбодрили его, да, расшатали. И приступаем. Первый прием это вот по диагонали. Опять же, самые выступающие места у нас это ось лопатки. Где она тут у тебя? Ну, если не находите ее, да, то хотя бы вот где-то вот примерно в лопатку или... Вот в эти остистые отростки. Здесь в верхний уголок кости подвздошной. Вот сюда, да, вот у нас получается, вот по диагонали. Потом переходим на ребра. Рука уже, то есть здесь по диагонали, рука уже идет на ребрах перпендикулярно. Видите, они перпендикулярно крепятся. Перпендикулярно. На плавающие ребра бессмысленно давить, мы не будем на них давить, да. То есть получается примерно, смотрите, раз, два, три уровня наложения руки.
Потренируйтесь, кстати, да, вот. Вот так мы кладем. Вот так мы кладем. Прямо в воздухе так потренируйтесь. Если локтями действуем, да, вот так локти на расширение. И вот так локти на расширение, да. Вот у нас все вот так идет, как я вам говорил, да. Рука одна идет против другой руки. Против другой руки. Так, ну, чтобы тряпочку не порвать, да, я немножко вот складочку делаю, чтобы она просто не разорвалась. Вот, упор сюда. Можно потренируйтесь, можно и так. Можно и так руку, да, но вот так плохо, чем у вас согнутый локоть, да, вы лишнее можете движение сделать. А я уже говорил, не скользим. И не, ну, без ошибок желательно. Вот так у вас получается вот прямая рука и вот толчок. Видите, какой? Так. Чувствуешь, да, упор сразу? Вот. Вот, разогрели, растянули человека и толчок в сторону вот такой. Значит, если это ребенок, да, то можно на одном выдохе сразу ему все продавить. Если такой тяжелый, грузный человек, да, то тогда делаем по нашей схеме. Раскачали, дошли до преднапряжения, выдох. Еще раз, переставили руку. Раз, два, три. Раз, два, три, подсказывайте человеку. Ну, еще основной принцип, да, мы не записывали, но я думаю, это так понятно. Все на выдохе, на выдохе делаем, на расслаблении. Тут же переставили руки вот так и проделали в другую сторону. Вот он, там что-то похрустывали. Наша точка, центр тяжести, да, находится напротив, вернее, по центру, желательно, области нашего воздействия. Если мы действуем здесь, да, то центр здесь. Поэтому корпус тела вешаем как бы вот над этой точкой. Сократили расстояние, да, вот над этой точкой наш центр находится. Значит, в эту сторону прохрустели. Теперь можем маневрировать. Вот, например, почувствовали, да, что здесь вот не хватило, да? Тогда вес тела больше сюда, на эту руку перенесли. Ты меня снимай, ты увидел, что я показывал по поводу тела, да? То есть тело должно быть по центру воздействия, вот. Но если почувствовали здесь, можно маневрировать. Перешли сюда и больше как бы на эту руку упор сделали. Почувствовали, там не хватило, перенесли туда и больше на ту сторону сделали воздействие, да? Теперь более частный случай, поясница. Тут мы уже руки скрещиваем. И у нас, я много в интернете видел, да, просто берут, раз и все делают вот так. Но не сработает, это для многих не сработает. Не хватает просто вот такого движения. Тут нужно именно на скручивание. То есть вы, эта рука рабочая у вас, она движется, вот, дошла до преднапряжения, вот в стол уже, видите? Стол, это фиксация. Я стол фиксирую ногой еще, видите? Эта рука получается толчковая у нас, а эта рука придерживает ребра с противоположной стороны. Короткое воздействие именно на поясничную область. Показываю. Специально поднимаю руку вверх, чтобы увидели, что она не работает. Дошли до преднапряжения. Раз. Не получилось первый раз, можно второй раз. Вот. Слышал? Вот тут было. Да? И также вот меняем руки. Было так. Сдался. Стало так. Да, то есть не стесняйтесь, можно и второй, и третий раз вот там сделать, да, наконец-то получится. Вот раскачали, дошли до преднапряжения, и потом назад, вот от многих ошибка, назад уводит руку. Не назад, а только вперед. Толчок вперед и проделали вот такой приемчик. Теперь у нас на расширение. Реберное сочленение упираемся, да, опять складочку, руки накрест. Здесь мы больше даже не в ребра, а больше в остистый отросток. Вот как бы укладываемся, как, знаете, собака укладывается на ночлег. Она так вот ищет место. Вот я при этом растянул его, уперся в стол. И после этого, вот ты уже выдохнул, молодец. И также ниже. Раз, 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 два, три. Оп, толкнули. Перпендикулярно позвоночнику. Теперь скручиваем позвоночник. Уже уперлись в остистые отростки. И тут в остистые отростки, да? И раз, два, три. Это только грудной отдел тут можно делать. Дальше. Дальше можно делать, но особо смысла нету. Не подвинете. Почему не подвинете? Потому что тут нету фиксации. Вот мы писали, что жесткая фиксация. А здесь фиксация за ребра идет. Ребра упирается в стол. Поэтому только вот этот участок.
Ну, смотрите, получилось, это у нас вращение по часовой стрелке, да? А потом меняем руки и то же самое против часовой стрелки. Раз, два, три. Откуда идете, сверху либо снизу, здесь сейчас не важно. Но дальше, значит. Это все мы подготавливаем, все тело, спину, для декомпрессии. Вот теперь для декомпрессии нам нужно будет потянуть за кожу. Ну, во-первых, где лордозы у человека, да, естественно, сгибы это шейные и поясничные, нам нужно позвонки вытаскивать сюда. Где кифозы, это, допустим, грудной отдел и крестец, нам надо вниз давить, толчки вниз идут. То есть в противоположную сторону, да? Ну, лордоз, кифоз, вы понимаете, что это такое, да? Вот, вот я писал рисунок, да? Вот стрелочками показано, лордоз тянем туда, кифоз туда, лордоз туда, кифоз туда. Вот череп, это тоже кифоз, по сути, получается. Так, значит, берем, смотрите, вот ямочки, между ними крестец, L5S1 начинается, да? Вот именно вот за это место. Расстояние примерно, где вот я вам показывал, да, три пальца от, ну, два или три пальца примерно от основания. Вот, чуть-чуть было, да, но лучше через тряпочку. Это я вам показываю, просто у меня кожа сухая. Дальше проходим весь крестец. Уже, уже, уже. И где копчик, прям вот, вот так надо взять, вот это вот место прямо. Чтобы не скользил через тряпочку. Нашли и... О! Слышите? Это мы что расшатываем? Вот эти вот связки. Выдергиваем, да? Крестцово-подвздошные. Вот они коротенькие. Но есть еще связка. Вот такая. А, ну вот сейчас вот эту связку, да, с копчиком дернули. А есть еще пояснично-подвздошная связка. Значит, ее берем, получается, вот косточка, да, вот чуть над ней, вот так вот по диагонали, да, и резко вверх. И так тут по диагонали, резко вверх. Ну, она уже щелкнула до этого. И теперь вот крестцово-подвздошную, вот так, буква V они расположены, да, под углом, так взяли и... Значит, как мы захватываем ткань? Вот так и строго вертикально дергаем, да? Ни в коем случае там некоторые подворачивают, начинают вот так, это больно. Некоторые начинают щипаться вот так, да? Не щипаемся, а именно поглубже взяли, вот поглубже, вот, чтобы за все ткани, которые между нами, дойти все-таки до вот этих сочленений. А грудную клетку тоже нельзя? Тоже, да. Вот потом отсюда идем вверх. Раз. Раз. Видите, я по зеленым линиям иду. Ну, идете до туда, докуда идется, в принципе. Лишним не будет. Но вот здесь, грудную клетку, мы будем чуть по-другому делать. Значит, берем примерно через 2-3 позвонка. Поднимаем и растрясаем вот так вот. Знаете, такое ощущение, как будто бы вот мешок с костями. Терпишь нормально? Угу. Как котенку взяли за шкирку. Или как мешочек с бочонками для русского лото. Прямо посередине берем, да? Да, прямо посередине. Или отдельно вот по бокам, которые. Не, по бокам тут не берем. Только посередине. Только посередине, да. Где паравертебральный? Ну, в принципе, по паравертебральному почему? Тоже можно взять. Тоже там растрясти вот так вот. То есть ощущение, как будто мы мешочек взяли с этими, с русским лото, с бочонками, да, и вот так вот их перемешали. Вот, дальше мы декомпрессируем дополнительно остистые отростки, да, пропуская плавающие ребра. Вот примерно в базис вот этого, да, ставим руку на ладонь и попадаем как раз на 10-й позвонок. Да, руку желательно сделать вакуумную такую, да, чтобы не проходил воздух нигде. И через нее по диагонали, а позвонок остистый обхватываем, ну, либо двумя пальцами, либо тремя там. Как удобнее вам, да? Вот, допустим, тремя я обхватил. В него прям уперся и
простукиваю вверх. Под углом примерно получается 45 градусов. Почему 45 градусов? Потому что обратите внимание на скелет. Нормально тебе? Без полотенчика можно показать? Чтобы видно было. Потому что они, видите, назад идут. То есть мы вот так вот, вот подстукивали их вверх, декомпрессировали. Видите, они наклонены вниз. То есть мы вверх подстукивали. А зачем бить полотенце? Видно было, как рука идет. Ну вот, вот уперся, мастистый, да? Вот. Следующий. Следующий. Если больно по руке бить, да, то в принципе можно поставить палец и через палец по диагонали вот туда. Как бы расширяем между ними расстояние. Не больно? Нет, хорошо. Ну, например, вот тут. Ну, пальцам не больно? По пальцу мне не больно. Может, палочку взять? Можешь палочку, но палочка нечувствительная. Палец он же чувствует, чтобы вы попали именно между позвонками. А палочкой, не дай бог, еще попадете в остистый, может. Ну, теоретически может надломиться, конечно, вряд ли он надломится. Это не такой сильный удар. Вот, но мало ли у кого остеопороз, да? На всякий случай, если остеопороз, то без этого. И вот мы уже растянули, да, все, как бы готовили. А теперь начинаем вот этот прием. Значит, входим в... видите, мизинцы где стоят? На зеленой линии. Вот у нас удар идет вот этими косточками. Ударили вот этими. Ударили и растянули одновременно такой. Помните, мы лодочки ставили? Да-да-да. Кивок такой был. Это не массаж, это вот именно на кости мы воздействуем. Так же и тут. Ну, для демонстрации покажу. Молодец, хорошо выдохнул. Так, вот человек уже понимает, он дышит заранее, да, но многие клиенты знают это уже. Нам надо что сделать? Не ткань тянуть, да, а дойти до предела, вот растянули ткань, мясо растянули, вот уперлись в кости, и после этого толчок. Толчок делаем всем корпусом. Не хватает вам сделать толчок корпусом, да? Можете сделать это, например, залезть на стол, ну, коленки ставим возле бедер. Ой, черт. Так, он выдержал. Сейчас мы его починим. Ладно, залазить не буду. Либо, смотрите, люди бывают очень здоровы, да, то тогда мы на них прямо напрыгиваем всем весом. Сверху, да? Сверху, да. Либо есть такой эффект, я называю хвост кенгуру. То есть, кенгуру хвост для чего? Знаете? Он как, ну, так же, как и у белки, в принципе, там, как маховик. То есть мы берем маховик ногой, да, за счет того, что мы ногу поднимаем, у нас получается толчок сильнее, да. То есть вот прицелились, натянули кожу и раз. Вот эту процедуру я как бы если на полу делать. Я на полу. Можно на полу делать, да. Вот прям посередине встал даже, вот я встаю, делаешь как бы. Можно на полу даже можно и ногами встать прям. Тело человека. Но поскольку мы после массажа делаем, да, мы же подготовили, отмассировали человека. Не, если здоровый человек, то совсем. Если здоровый, да, лучше на полу. Лучше положить, да? Лучше на полу и прям ногами нужно. Следующий прием. Ну, в смысле, он тот же самый, да, только вот вариация. Можно кулаками. То же самое. Растянули и вот с доворотом таким. Можно запястьями. Растянули и толкнули. У вас идут уже эта косточка нажимается, да, пробуйте, какой вам удобнее. На какой-то раз он все равно щелкнет, если не щелкнул, да, то на какой-то раз дойдем. Можно сделать, в принципе, некоторые даже локтями делают. Некоторые делают спереди, но спереди я не рекомендую, потому что у нас идет все-таки декомпрессия. Спереди получится компрессия, нам компрессия не нужна. Это только если кто-то там попросит специально, да, может ему надо. Есть такие люди, у которых ручища огромная, да, они могут захватить, ну или там ребенок у вас. Вы можете осистый позвонок захватить вот так вот, подушечками пальцев, да.
его, во-первых, поставить с утяжелением. Вот. Видите, пальцы тут не работают, именно запястье. А можно еще и с подкруткой повернуть его, если он вышел в бок, да, то берем прям за него вот так вот раз и или в другую сторону с подворотом. Так, ну вот, это работа со спиной. Дальше нам предстоит отдельная работа с шеей, отдельно с поясницей, но об этом в следующих видеороликах вы узнаете, да. А сейчас не отключайтесь, подписывайтесь на нас. Дальше будет еще интереснее и еще более глубокая работа. До новых встреч, друзья!